Всем привет! Сегодня 11 июля, и давайте прогуляемся по огороду. Покажу, что как подросло, что новенькое появилось. Все будет в этом видео. Вчера у нас ночью прошел сильный ливень, хорошо так полило землю. Бурьян, как видите, растет от того, что и поливаю, и дождь. Сейчас пасмурно, такая погода, как раз расти бурьяну. Надо полоть томаты. Сейчас занимаюсь подвязкой. Нижние листья, которые отмирают, пока что не обрываю. Ну вот, смотрите, состояние томатиков, кстати, бериска. Вот, как видите, плодов очень много. Эти листочки уже надо вот такие удалять. И вон желтые. Еще пока их пока что не удаляю, потому что занимаюсь подвязкой. Надо подвязать, потом будут массово обрываться листочки. Это томат низкорослый, дрова. Ну вот, смотрите, они там понавязывались, их очень много. Куча плодов. Когда оборвутся листья нижние, будет хорошо их видно. Кстати, первыми поспели черри Little Pink. Смотрите, тоже листья еще не оборваны, уже спелые. Это розовые черрики. В этом году поспели самые первые. Вот еще и вот. Little Pink. Очень сверхранний. И также поспел вместе с Little Pink, но Little Pink первый поспел. Поспел томат Showman. Вот. Это такой красный черри. И вот еще. Я еще не запомнил. Надо поставить этикеточку. Все записано. Если не ошибаюсь, это гейша. Тоже поспел. Это третий поспел в этом году. Вот как-то так. Первые, кто созрели в этом году. И вон это тоже. Ну, еще нет этикетки, у меня все записано. Все сорта, у меня 160 сортов, я все не помню. Помню вот точно. Это точно знаю. Малиновая империя. Тоже уже созревает. Розовые. Вот это вот Версаль. Тоже уже созревают. Ну и тут у нас куча подвязанных томатов. И куча еще, ну, точнее, еще больше неподвязанных томатов. Пройдусь, я же говорю, еще не пололи. Бурьян стелит прям. А томатики, вот, смотрите, интересные всякие новиночки будут. Вот такие вот томатики. Вот, красивые красавцы. Куча разных сортов. Обзоры будут с августа выходить. И вон туда пошли еще, там куча неподвязанных. Вот. Покупал из голландских семян пенниситум. Было три сорта. По три семечки покупал. Зашло только два кустика. Вот так, один сорт. Обзор будет отдельный на него. С фиолетовыми листочками. И второй вот такой. Кстати, этот его глушит. Это просто с зелеными листочками. По сути, это декоративное сорго. Здесь у нас мультифлоры. По эту сторону виноград. Ну вот, гронки такие наливаются. Тоже хочу сделать потом летом, не летом, а в августе, в сентябре обзорчики на виноград. Много интересных сортов есть, о которых, гибридных форм, о которых хочется рассказать вам. В этом году еще выращиваю 5 декоративных подсолнечников. Это по сути подсолнух, только который идет на цветы для срезки. Вот
часть посажена здесь. Вот они уже, кстати, будут скоро цвести. Покажу вам их. Здесь горькие перцы или острые уже цветут. Плодов еще особо нечего показать. Кое-где есть. Это лук. На луке мы оставили бурьян специально, чтобы он не пекся на солнце. Бурьян притеняет, когда жара, печет солнце, он не печется. Кстати, лук надо было уже завтра выбрать. Мы обычно выбираем на Петра и Павла, на церковный праздник. На него всегда выбирают лук. Вот он, кстати, лук. Но вчера пошел дождь, сейчас лук, так как он мокрая земля, он будет грязный. Поэтому надо ждать, пока просохнет почва. Потом выберем лук. Здесь не подвязаны еще томаты. Капуста ранняя. Будет отдельный обзор. Два гибрида. Алина и Парел. Подробнее ждите видео. Кстати, баклажанчики уже активно завязываются. Вот уже первые белые. Там вот перчики тоже разные. Ну, еще нечего показывать. Перчики будет отдельный обзор. А томаты много интересных есть сортов. Вот, смотрите, новые. С интересной формой. Это тоже все перчики. Покажу вам китайские палочки, огурчики. До сих пор, кстати, они у нас плодоносят. Вот, завязывается. А это уже переросший такой огурец. Вот смотрите, ну, на фоне моей руки, ну, сантиметров 40 этот огурец. Трюкач мой любимый, очень сладкий, очень сочные и сладкие вкусные огурчики лежат на земле, компактные кущики. Вот смотрите, вот и вон там их куча. Это трюкач. Немножко посажено желтой свеклы. Это как винегретная красная, только желтая. Это цилиндра. Мы очень любим цилиндру, она классная, сочная, без прожилок. Посадили цилиндру себе кушать. Вот еще один пенеситум, то есть декоративное сорго, уже выпускает колос. Такой красивый будет. И вот выпускает еще один подсолнечник. Так, кушаем мы уже цветную капусту. Вот уже срезали. Покажу вам, где-то есть. Вот она. Уже скоро. Эту можно будет срезать день-два. Брокколи уже тоже есть. Кстати, белокрылка. Смотрите, что творится. Я думаю, видно на камеру, как она взлетает. Ее там очень много. Напишите в комментариях, как вы боретесь с белокрылкой. Потому что препараты, такие как Проклейм, слабо помогают. Я побрызгал, практически не помогают. Огурчики в хорошем состоянии. Лист не больной, но похолодало, стали хуже вязаться. Это кольраби. И тоже куча белокрылки. Как с ней бороться, не знаю. Кольраби уже большая. Опять огурчики. Баклажанчики. Самые последние посадили и уже, кстати, хорошо подросли. Здесь у нас, смотрите, свекла. Это кроликом кормовая. Много в этом году мамардики. В наличии будет
еще не знаю, сколько на продажу, от 6 до 8 сортов. Будет зависеть от того, сколько соберем семян. Вот. Мамардика, а на заднем фоне трихозант. Трихозанта 4 сорта точно будет. И лагинарию подвязали. Еще не всю. Есть кусты переросли, но надо подвязать. Вот смотрите. Хотел вам показать сорт, который называется динозавр. Где-то видел плоды. Вот. Как голова динозавра. Ну, это маленький. Сейчас найду побольше. Где-то был. Где-то был. Где он спрятался? Вчера же его видел. А сегодня уже он спрятался. Ну вот, это не он. Посмотрите. Плод грушевидный и такой весь, как голова динозавра. Ну, когда вырастет, будет красивее. Вот. Это длинный ряд. 25 метров. Лагинарии, а там еще не подвязанная лагинария. Надо подвязать еще. Я, наверное, сверху буду перекрытие ложить, чтобы они плелись. Будет как беседка такая. Уже много чего есть показать. Поэтому работы еще больше, чем то, что показать. Без бурьяна никак. Очень много его. Я поливаю, он быстро растет. И мы не успеваем его вот тресни вырывать. Ну, без этого никак. Дыньки завязываются. Уже есть вот такой. Вот смотрите, интересненький сорт. Арбузы тоже будут хорошие. И есть арбузы. Арбузов много. Ну, вот поменьше. Вот такие. Вот арбузы. Вон еще совсем маленькие. И вон. Вот арбузики. Дыни. Уже тоже совсем скоро будут поспевать. По кабачкам. Сейчас я еще и сам не смотрел. Вот, кстати, еще один интересный кабачок. Патиссончик такой завязался. Это скат. Это какой-то сорт еще у нас. А, это лимон. В виде лимона. Кабачок. Только-только завязывается. Он поздний. Ну, а скаты там. Вон их куча. Полно. Кукуруза. Уже выше меня. Пройдем дальше. Обойдем кукурузой. Тут мы выйдем сейчас к гигантской тыкве. Вот она. Но мы ее сейчас обойдем. Покажу вам. Белый тюрбан. Белые грибочки такие. Гигантская тыква, которую я опылял, уже есть большая. Вон она. Смотрите. 15 кг на данный момент. И еще есть. Где-то я видел плоды. Вот одна. Это совсем маленькая. Ей дня 3. Ну, тут я залазил внутрь. Тут очень поросло. Внутри там тоже опылил несколько плодов. Потом, какие лучше, оставлю. Те, что похуже, буду удалять. И вот. Вот, кстати, тоже опылял. Это вчера опылял я.
плодик, ему один день. Здесь поздняя капуста, амарант. Уже, кстати, могу показать вам амарант. Вот меркадо, помню название, зеленый колос. Это новый сорт, не помню, надо смотреть в записях. Это просо, какой-то новый сорт из Франции, высокий. Соя уже цветет, вот один сорт цветет синим, а этот сорт цветет, по-моему, белыми цветочками, да, белыми. Это коричневая, это черная Хоккайдо. Посадил, чтобы позднее были кабачки. Один мяч круглые. Вот они, смотрите. Кругленькие, очень, кстати, вкусные. Кабачечки. Их очень много. И здесь много всяких тыкв. Их будем показывать вам отдельно, разными обзорами. В капусту. Кстати, лезут, хотят задавить капусту. Надо откидывать. Ну, вон, смотрите, это турецкий тюрбан. Это вот риколи. Кстати, такие маленькие кустики одержат, чтобы тыква сюда не пролазила. Как заборчик для тыквы. Вот, посмотрите. Это тромбета. Кабачок, тыква. Вон плодики. Интересные очень. И вот тоже эти тромбеты. Это серая кукла, тыква. И хотел показать вам еще полярный медведь. Белая тыква с чисто красивой, такой чисто белой кожурой. Полярный медведь. Ну, сейчас тень, не видно ее. Ну, потом на солнце вынесу, увидите. Чисто-чисто снежно-белые тыквы. И уже скоро будет кукуруза. Качанчики. Ну, вот такой вот огород на 11 июля. Кратко вам показал, не все, только кусочек. Еще у нас есть несколько огородов дальних, которые возле речки. Там мы выращиваем много тыкв, там и лагинарии еще растут, другие сорта огурцов. Все, что успею снять, будет в отдельных обзорах по каждому сорту, по отдельной культуре. Например, там тыкву титан покажу, тыкву атлантический гигант. То все будут отдельные обзоры. Ну, на сегодня всем пока. Кому понравилось видео, ставьте лайк.